Пикачу, Пикачу, я умираю, я умираю. Нет, о нет, о нет, новая серия покемонов, новая серия покемонов. Опять 45 минут записывать, я же не выдержу. Ты хочешь моей смерти, да? Я еще умру, я еще умру. 45 минут, 45 минут записывать новую серию. Нет, Пикачу, Пикачу, вот честно, ты прямо сейчас должен поставить лайк. Вот прямо сейчас поставь лайк. О, ребята, давайте поможем Пикачу поставить лайк, потому что я не выдержу еще 45 минут записывать серию про покемонов. Это же мучение. Пикачу, пожалуйста, попроси всех поставить лайк. Чем больше лайков наберем, тем больше будет длиться новая серия. Даже 2 часа. Я сдохну, но запишу эту серию, даже если она будет длиться 2 часа. Только лайки нужны. Это все. Это поддержка для меня. Хоть сдохну, но запишу эту серию. Пикачу, Пикачу, помоги. Помоги, Пикачу, помоги, Пикачу. Арбузы, арбузы. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать, да-да-да, в новую серию нашего 7-го сезона с модом на покемонов. Дайте я с вами чем-то поделюсь, потому что как давненько я уже не записывал видосы, это прям офигеть. То есть, вы сейчас, наверное, многие спросят, в смысле давненько видосы не записывал, видосы же выходили каждый день. Да, ребята, да, мы с Жека Игорем записали больше, чем 15 видосов наперед. 15 видосов наперед! Кто не знает, мы были в Москве где-то, ну, около 10 дней. Мы были на видеопипле, на Видфест, паскуды нас не пустили, но также мы были на Игромире. И только позавчера я приехал домой, ребята, видосы у меня были записаны наперед, и сегодня первый видос, который я записываю спустя полмесяца. Офигеть! Я приехал домой, я даже не знал, где включается Бандикам, чтобы записать видос, потому что я уже полностью все забыл. Но, ребята, первый мой видос, я запишу покемоны, и он будет длиться 40, 50, час, 60 минут, ребята! Сколько вам угодно, потому что вы знаете, я знаю, вы любите длинные серии про покемонов. Если так, если вы еще не передумали, ребята, напишите в комментарии, любите ли вы длинные серии с покемонами. Если да, то я также, ребята, продолжу для вас записывать вот такие практически, практически часовые серии. Да, практически, ребята, часовые серии, поэтому пишите, ставьте лайки. Я не знаю, я, ребята, постараюсь, конечно. Ну, да, давайте, знаете что? Тупо ради рекорда. Сможем набрать 15 тысяч лайков? Я знаю то, что мы не сможем, но все же, ребята, если да, то вы будете прям офигеть какие крутые. А в принципе, как обычно, набираем 7 тысяч лайков, выходит новая серия Пиксимон, которая будет длиться больше, чем 40 минут. А если вы хотите там, чтобы час-два, давайте попробуем все же набрать 15 тысяч лайков. Может у нас, ребята, получится. А сейчас, давай, нет, все же я эту заразу не смогу убить, но давайте мы вспомним, что же у нас происходило в этом сезоне, потому что, ребята, я нифига не помню, нифига не помню, но зато помню то, что у нас уже практически прокачан орб, нам осталось 224 убийства, и мы, ребята, с вами уже сможем призвать легендарного покемона Забдоса. Конечно, не хватает еще мастербольчика, который я не знаю с какой попы вытащу, может своей, если там что-то найду, но все же, ребята, очень сильно надеемся, то, что мы сможем его где-то достать. А пока, ребята, мы будем прокачивать наших покемонов, потому что, кто не помнит, мы взяли новую команду. Вот она, ребята, вот мы ее будем прокачивать. О, офигеть просто. Я знаете, что думаю? Вот, ребята, вопросик такой. Вы не против, чтобы я возобновил стримы и на стримах играл в Пиксельмон? Допустим, стрим не такой большой, как... Офигеть, какой длинный, да? Часик другой, чтобы я просто, ребята, поиграл немного в Пиксельмон, пообщался с вами в чатике, поотвечал на вопросики и вот такое. Хотите ли вы этого, ребята? Если да, то, в принципе, я, может, даже возобновлю стримы. А кто прям ярый поклонник Пиксельмона? Ты? Значит, ты, в принципе, 100% должен помнить, какая у нас традиция на каждой серии покемонов, ребята. Каждую серию я приглашаю вас ко мне в друзья ВКонтакте.
Первое, ну, в описании есть ссылочка на мою страницу ВКонтакте. Заходите, добавляйтесь, задавайте мне любые вопросы в сообщении, подписывайтесь на мою страницу. Можете также полайкать мои фоточки, я буду только рад, только за, ребята. Поэтому заходите, подписывайтесь, добавляйте меня в друзья, я вас там жду. Да, зараза, не хотел я на тебя нападать, но все же придется тебя убить. Кого нам нужно прокачать? У нас уже Сервайн какой-то там 32 уровень, 31, извиняюсь, 31 уровень. И нам нужно его прокачать к 36, чтобы он наконец-то эволюционировал. И потом, ребята, вы поняли, Сервайн будет тащить всю нашу остальную команду. Поэтому, Сервайнушка, ты 31 уровень, я вижу, но тебе нужно подкачаться. Прям офигеть, как подкачаться. Надеюсь, то, что в этой серии мы сможем с вами найти кучу боссиков, как это обычно бывало в последней серии. Боссиков, шайни и много-много чего другого. Да, поэтому знаете что, ребята, куда мы сейчас пойдем? Давайте мы пойдем на наш остров прокачки, временный дом, остров для прокачки. Тут, в принципе, всегда было офигеть, какое большое количество каких-то там боссиков, карабосиков и многого другого. Я надеюсь, то, что в этой серии они нас не подведут и также будут спавниться прям в большом-большом-большом количестве. Да, потому что, в принципе, сколько у нас еще? 217 убийств. А, в принципе, ребята, мы не прям очень сильно как-то стремимся прокачать орб, потому что, ну, по идее, у нас просто-напросто еще нету мастербола. А выбить его очень сложно. Очень сложно его выбить, но мы, ребята, будем стараться. А, серва, не-не-не, чё-то ты... Этот нормальная атака? Ненормально? Это нормально? Ну, такая себе. Сервайн. 5 уровней осталось Сервайну, и все. И все. И прям красава просто будет, честно. Прокачается, эволюционирует, и, ребята, будет жестоко. Так, давай, Сервайнушка. А, у тебя уже нету атаки, нужно его сейчас будет вылечить. Это она или он? Это он, это он. Нужно запомнить, нужно запомнить, нужно запомнить. Так, замечательно. На кого ты нападаешь, а? На кого ты нападаешь? Ребята, нужно сейчас будет выспаться. Да, быстренько забвалим вот этого слоу-пошу. И Leaf Blade. О, это нормально. Leaf Tornado 95. Вот это будет получше. Вот это будет получше. Вот так. А, кого бы... Помните, у нас всегда Чаризард умел включать день. То есть я его всегда просил, он всегда включал. Старли... Нет, уже Старавия, пожалуйста, включи нам день. Ну, пожалуйста. Миленькая, включи нам день. А? О, спасибо. Вообще, летающие покемоны самые лучшие, а всегда день включают, когда нам нужен. Так, Сервайн, давай, поднажми. Да, да, да. Пигнай, ты сможешь убить Свадлона? Мне кажется, сможешь. Мне кажется, флеймчерджем. Значит, троянных покемонов... О, босик, карабосик, два босика, карабосика! Я аж закашлять захотел. Так, так, давайте сначала... Кого убить? Кого? Я потерялся... Вот, попал. Так, быстренько. Ноктавл. Ноктавла, в принципе, будет не очень так просто убить. Да, я уже заметил. Я уже заметил. Пигнайт, пожалуйста, разорви ему весь кишечник. Офигеть просто, ты ж с ума сошел. Так. Ах ты ж нафиг. И как его сейчас должен убить? Так, давайте убежим. Я могу убежать? Ты не нападайте на меня, обычные покемоны, вашу за ногу. Так, покихил. Пигнайт. Там еще один босс был. Сразу два босса заспавилось. Охренеть, да. Да, круто. Круто. Что-то они нас разносят, если честно. И как я его должен убить? Старавия. Старавия, ты вообще что-то сможешь? Нет, нифига ты не сможешь сделать. Риолу. Риолу. Никто ничего не может сделать. Вы что, пацаны, успокойтесь. Так. Где? Опа! Не попал! Так. Давайте быстренько второго. Там еще один был. Еще один Басяндра был. Еще и Сквиртл заспавился. Что за нашествие? Так. Я просрал двух покемошек. Я просру сейчас Сквиртла. Сколько вас тут? Так, чаще, ребята. Я пока в мире не потерялся. Да вашу! Так, я всех сейчас просу. И покемонов, и боссов, и всех. И всех, кто тут есть, а? Еще Шайни тут сейчас какой-то заспанится, я и то его просру. Так, давайте. Ловитесь, господа. Ловитесь. Сервайн, ты можешь залезть обратно. Да! Словили Сквиртла. Минус один. И там еще был боссик. Кто там был? Двибл, легендарный босс. И был еще босс...
Ноктаул, который где-то там купается или уже скупался. Уже скупал, уже пропал. Что так не повезло, ребята, что так... О, вот он! Инсирей там тебе в жопу! Нет! Ливблей там тебе в жопушник! Давай! Да, что-то не очень. А хрена ты так валишь-то с одного удара? У нас вообще есть... Так, у нас есть вообще какие-то, там, не знаю, лечилочки, восстанавлялочки, что-то полезное вообще в этой серии. У нас будет что-то полезное, пожалуйста. Нифига у нас нету полезно. А как мне тебя закукошить? Иди сюда, жопа зеленая. А ну пошел, а ну подошел. А, да уйди ты с дороги, а. А ну подошел. Где он? Куда он смылся? Все, пропал? Мне кажется, да, он пропал. Нет, он пропал. Дайте я залезу сюда наверх и посмотрю, где он? Ах, а вот он куда улетел? Не улетишь. А ну иди сюда. Ёханый карабас, так, тут еще один. Так, вот этот будет получше. Да не вали ты так нас жестоко, а. Так, Старавия, пожалуйста, закукошь его. Пигдай, ну хоть ты его закукошь. Да что такое? Что такое творится? Почему никто его убить не может? Вы что издеваетесь, ребята? Пацанова, успокойтесь, что вы такие ватные? Быстренько. Так, пожалуйста. Я не знаю, как тебя просить. Что-то ватные у нас какие-то покемоны. Да не, зачем ты Белспрута убиваешь? Ты с ума сошел. Так, да, как-то не очень. Кем мне его убить? Я вообще не понимаю. Не, ребята, наша команда, это вообще прям жесть какая. Я не знаю. Да убеги ты нафиг с этого боя, а. Ну, пожалуйста. Вот. Так, не, ребята. Не, так делишки не пойдут. Так делишки не пойдут. Нам нужно прокачивать. Наши покемоны какие-то ватные. А я думал, мы уже затащить можем. Так, Тюрфига нам 100% не нужно. Сервайн. Подвела ты меня, подруга. Ох, как ты меня подвела, ребята. Вы согласны с этим? Как-то какая-то слишком ватная. Слишком она какая-то ватная. Я думал то, что один ударчик, другой ударчик, и все, и затащила. А тут не так-то просто. Пожалуйста. Промахнись, ну пожалуйста. Да чё такое? Убеги, замечательно. Не, ребята, нет смысла, потому что, как видите, любой босс нас просто разваливает. Мы просрали трёх боссов. Круто, да? Просрать трёх боссов за сколько? За 5 минут? Нормально. Еще Шайни, там Шайни бегает. Шайни, в принципе, нам нафиг не сдался, потому что, ну зачем нам? Зачем он нам? Зачем Шайни Корфиш нам, если у нас уже есть Шайни Корфиш? То есть второго, в принципе, вообще нету никакого смысла ловить. Да. Вот, замечательно. Плюс один уровень. Нет, Альбатрос, тебя я убивать не буду, ты слишком большой уровень. Мы тебя просто-напросто не потащим. Ух ты ж, нифига себе! Нет, не Марил, а Пикачу. Где Пикачу? Вот Пикачу. 49 уровень! Нифига себе! Так. Пикачу, если ты убьешь. Вот. А Пикачу 49 уровня тебе просто убить, да? А 30 уровня. А кого там? А 30 уровня Крабби или там Киллера ты не можешь убить. Логика прям на высоте. Логика прям зашкаливает. Да. Но ничего. Мы еще подкачаемся. Этого убьем, другого убьем, 10-го убьем. И нормально, ребята. И затащим. Ух, мы еще затащим. Так, убей ты, пожалуйста, этого Поливирла. Пожалуйста, замечательно. Ух ты ж, нифига себе, 45 уровень. В принципе, нам сейчас, по идее, должен дать уровень, то есть плюс один уровень, или нет? Да, спасибо. Спасибо. Ох, спасибо, и тебе спасибо. Всем спасибо. Абра, закукош хотя бы ты. Нет, ты точно не закукошишь. Пигнайт, пожалуйста, да, вот. Хотя бы кто-то с чем-то справился. Тут все какие-то ватные, никто никого не может убить уж. Чё вы меня подводите, а? Чё за команда? Чё вы меня так подводите, а? Так, Баттерфри.
Не выкобылимся. Я сейчас возьму. Нет, Риолу нам точно не нужно. Я сейчас возьму Пигнайта. Я вот сейчас беру в руки Пигнайта, юзаю Flame Charge и поджигаю тебе. Ничего не поджигаю, потому что все ватные какие-то. Все они никого никак никогда не могут ударить. Ребят, что случилось? Вы не тренили покемонов, пока меня неделю не было. Вы не тренили покемонов. Вот почему они так расслабились. Вот почему они такие ватные стали. Ничего. Ребят, ничего. Мы сейчас все зарешаем. Так, сейчас мы все зарешаем. Так, тут у нас нет. Ты нам не нужен. Извини, дружок. Сервайн, пожалуйста. Давай, подкачивайся. Вот когда Сервайн будет, в принципе, уже 39-м, 40-м уровнем, то уже просто нету повода беспокоиться, потому что Сервайн будет валить всех и подряд, и просто пюм-пюм одного, пюм-пюм другого. Еще разочек, и ты прям супер. Попади, вот, замечательно, 35 уровень. Уровень, еще один уровень. Айвизар нам, в принципе, нафиг не нужен, потому что у нас есть Бульбазавра или нет? Да, у нас вроде есть Бульбазавра. Поэтому Айвизару, в принципе, нам вообще не нужен. Ну, ударь ты его уже, пожалуйста, вот. Спасибо. И вылечись, пожалуйста. Вот, спасибо. Так, ну что, ребята, поехали дальше. 26-й тебя можно убить. Давай быстренько. Замечательно. 26-й тебя тоже можно убить. Уже, да, почти. Ну, еще что-то много как-то 26-х уровней, а. Вот, замечательно. 22-й. Быстренько. Так, и сейчас уже будет уровень, ребята. Сейчас... Ох, ёханый бабай, самурот. Вы друг друга дрючите, да? Можно я вас подрючить? О, можно, спасибо. Спасибо. И уровень, ребят, смотрите, уровень. Опа! Серпериор. Да! Да! В принципе, то, что нам нужно, да. 36-й уровень. Одного, другого и всех. Сейчас, ребята, сейчас. Ща. Опа, Серпериор, ёхин бабай. Так, ну ща. Ну, Слоуброша, 48 уровень. Ты хочешь сказать, ты нас убьёшь? Ну, возможно, я пошутил. Чё вы такие наглые, а? Я пошутил. Слоуброша, я вообще реально пошутил, а ты так на меня набросился? Ну ладно. Ты думаешь, ты нас сейчас убьёшь? Ты думаешь, ты нас сейчас убьешь? Да, не там-то было. Не там-то было. На тебе еще разочек. Опа, по носу. 37-й уровень. 37... Так, вылезь, я не хочу купаться. Вылези сюда. Так, там еще один слоуброша есть. Нет, это не боссик. Там зато сейчас слоуброш поубиваем, и все замечательно будет. Опа. Они, в принципе, всегда большие уровни. Пойди, вот, 38-й уровень. Так, еще разочек. Давай, быстренько. Еще разочек. Давайте, ребята, знаете что, давайте прокачаем к 40-му уровню. И, в принципе, как только у нас Серпериор уже будет 40-м, в принципе, париться, мне кажется, уже вообще не будет смысла, потому что этот Серпериор уже будет рвать всех. Да, ну, мне так кажется. Да. Я могу ошибаться, но пойди, Старавия, пожалуйста, денёк включи, да. О, спасибо большое, спасибо. Так, идем дальше, ребята. Знаете что, наверное, мы сейчас отсюда уйдем, прокачаем... О, а знаете что? Пигнайт же тоже тут можешь качаться, даже отлично. Пигнайт тут тоже можешь качаться. Тут много, в принципе, травяных покемонов, которые шастают без надзора. Серпериор. Так, давай, вот этого киммера завалим быстренько. Я сказал быстренько, попади ты уже наконец-то по нему, а? Мазила. Да, что-то как-то он слишком часто промазывает. Так. Пигнайтушка мой любимый. Ахрень, нет, ты больше не любимый, ты пошел в задницу. В задницу пошел! Уйди. Уйди, ты... Ребят, они меня просто бесят. Без надзора оставил их на неделю, смотрите, как они просто расслабились. Они не бьются, они тупо дохнут, они даже с боя убежать не могут. Что за ленивые паскуды? А, что такое? Что произошло? Что-то у меня опять хохол проснулся, много шокаю. Не нужно шокать, ребята, шокать это вредно. Это вредно. Да, так, кто у нас тут еще есть? Опа! Вот таком я буду качаться. А ну ты, пельмень, иди сюда. Вот, да, ты. Да иди туда, куда ты убегаешь, а? Куда он смылся? Иди сюда, пельмень. Опа! На тебе! О, замечательно, плюс один уровень. Ты маленький, ты
12 уровень, ну, убить можно. Хоть, в принципе, нет, не стоило, потому что уровня вообще не дало. Альбатрос! Опа! Прям в воздухе попал. Альбатрос! Да, да, не очень. Серпериор, ты ее сможешь завалить? Пожалуйста, пожалуйста, будь хотя бы ты человеком нормальным. Да, Серпериор валит альбатросов нормально. Замечательно. Так, кто у нас тут еще есть? Нужно прокачивать Пигнайта тоже к 36-му, чтобы он эволюционировал. И, в принципе, тогда уже все. Команда будет более-менее прокачана. Так, Серпериор, убей ты кого-то этого 41-го уровня. И будет тебе 38-й. Да, 38-й, ребята. Зашибись просто, просто зашибись. Так, а Пиджотто, на тебе подсрачник. Огненный подсрачник, еще один. И еще один. Замечательно. Так, кто у нас тут еще есть? Ребятушечки, кто у нас тут еще есть? Какой-то большой уровень. Пока никого не вижу. Никого. Нужно вот тут мостики себе построить. Нужно тут какие-то вот эти все леса повырубать, чтобы не мешали. Так, 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 быстренько. Да, чё-то Баттерфри какая-то вообще жирная нафиг. Не могу я ее убить. Вот. Давайте, давайте. Кто тут у нас еще есть? Кто тут? Альбатросы. Во! Во! Самурот. Еще альбатрос есть. Вообще, вообще дело пошло, пошло. Так, давайте сначала убьем самурота. Врота саму. Так, один удар. В принципе, три удара будет, да? Еще один удар. Нет, даже два. Альбатрос, альбатрос. Иди сюда, иди сюда. Один ударчик. Один. Второй ударчик. Не хилься, пожалуйста, не нужно хилиться. Не нужно. Против меня не нужно хилиться. Это противозаконно. Я хочу быстренько тебя нагнуть, а не париться. Так, кто у нас тут еще есть? Ух ты ж, ёшкины матрешки. Виппинбеллы, да его, в принципе, нормально так пинаю, да, но... Он меня тоже неплохо. Да, долго я его бить буду, мне кажется. Долго, долго. Даже не попадаю нафиг. Да, да. Ах, ты меня сейчас еще и убьешь, зараза! Не, вот, завалил я тебя, вот, тейкдаун. Эмбер, да, хрень, вот это можно убрать, замечательно, что можно выкинуть, хлам, это, и вот это, в принципе, вот сюда распределить, замечательно, вылечимся и потопали дальше, так, ух ты ж, куда ты улетела, Мазила, так, тебя, Вартортл, быстренько, да, потом тебя, 47-й уровень, нифига себе, 47-й, Как-то ты меня больно ударил. Больно ты меня ударил. Так, быстренько. Вот, замечательно. Я Пикачу у тебя где-то там слышал, да? Давай, давайте сначала Пигнайта. Пигнайта тоже немного прокачать нужно. И Серпериор, тебе еще один уровень. И ты будешь уже с 40-м нафиг. Это вообще жесть будет. А чем дальше, тем, в принципе, он сильнее будет. И тем нам лучше, да? Конечно, я не верю в то, что он сможет убивать покемонов, точнее боссов, потому что как вы видели то, что ни с одним боссом я не справился. Да, но в принципе сейчас мы уже его хотя бы немного прокачали. Уже получше. Ну куда ты убегаешь, а? Куда ты убегаешь? Серпериор. Вот, замечательно. Давай. О, с одного удара, ребята. С одного удара завалил. Нормально. Тут у нас 24-й альбатросик. Альбатрос. Альбатрос-матрос. А ну. Хопана. Да, подвел меня снайперский прицел. Опа! Ну ладно, я к тебе сам подойду. Не хочешь ко мне подходить? Ты что, издеваешься? Ты издеваешься? Ну ладно, ладно. Вот! Нет, только... Нет, куда? Вот это, угомонись. Я Хорси, кстати, вижу, ребята. Я Хорси вижу. Ну, опа! Точно! Я знаю, кто у нас будет в следующей команде, ребята. В следующей команде у нас будет Лапрос. РСТ. Лапрос! Знаете, кто такой Лапрос? Это покемон такой, да. Но все же, ребята, в следующей команде у нас будет то ли Мэджикарп, то ли Лапрос. Почему? Потому что с помощью этих покемонов можно плавать по босс Йоханой Матрех. Так, а с помощью этих покемонов можно плавать под водой, у тебя будет ночное зрение и бесконечное подводное дыхание. Это, ребята, офигеть как круто. Офигеть как круто, мы можем потом пойти добывать какие-то окаменелости, это тоже офигеть как круто. И плюс к тому, ребята... Плюс к тому, мы можем бесконечно там плавать и находить крутые вещички. Пожалуйста. Пожалуйста, не бей нас. Не бей нас, пожалуйста. Твою мать, а. Опа, затащили. Еще и левел-бол выпал. Нифига себе. Сойдет,
сойдет. Так, и Пигнайт немного прокачался. Один, ох, нифига себе, 48-ю. Нет, какой? Я огненным покемоном бью водного покемона. Случайно, не думайте то, что я нуб, просто случайно вызвал, да, случайно. Я, это все запланировано, ребята, это все запланировано. Так, кто у нас тут есть еще? Альбатросик. Да почему я продолжаю? Так, давайте. Альбатросик, давай. Да попади ты нафиг. Чё, Серпериор, вот чё мне не нравится Серпериор? Какой-то слишком большой мазила. С 10 ударов попадает всего лишь раз. Вот смотрите. Вот, с 3-го раза попал. Офигеть, тебе много попыток как-то нужно. Так, Пигнайт, завали хотя бы Райчу, а? Ну будь так добр, убей хотя бы в этой серии. Да, да. Как я вижу, никого ты не убьешь. Мне кажется, даже Старавия и то быстрее убьет Райчу. Да, Старавия быстрее убьет Райчу, чем тот же Пигнайт, который вообще нифига не шарит. Просто нифига не шарит, нифига. Так, кто у нас тут еще есть? Випин был 37-й, убей ты хотя бы его, а? Вот, еще разочек и будет просто зашибись. Вот, хотя бы кого-то смог убить, а? Так, кто у нас тут? А ну, кто у нас тут? Тот же Тик, давай, раздвигай ножки. В смысле, да, забыли. Мы просто его сейчас завалим как можно быстрее. Завалим, опа. Давай, гори там понемногу, гори. О, зашибись. Так, кто у нас тут еще есть? Нет, Ашавот нам тоже не нужен. Куча киндеров, это плюсик. Это плюсик и Пигнайт. Пигнайт сейчас пойдет на Випинбелла, я надеюсь, что он сможет его убить. Да, еще разочек. Еще разочек, пожалуйста. Пожалуйста, еще разочек. Ох, как круто. Это нам не нужно. Пошли дальше, ребята. Пошли дальше. Серпериор, тут твоя очередь. Быстренько. Быстренько. И давайте еще разочек. Вот так, замечательно. Так, Старавия. Вот Старавию мы еще немного прокачаем, ребята. Смотрите, 2 уровня будет 100%, мне кажется. Смотрите, будет уровень Серпериору и будет 2 уровня Старавии. Даже больше. Даже больше, ребята. Так, давайте дальше Старавию будем прокачивать. Кидаем Старавию и прокачим ее с Серпериором, потому что Серпериор уже более-менее так прокачан. И, в принципе, ну, есть ему дальше куда расти, есть ему дальше куда качаться, но лучше он будет помогать кому-то другому, да? Так. Альбатрос! Альбатрос! А ну давай, а ну дай нам кучу опыта. Один разочек ударили, и давай второй. Второй, и хватит. О, замечательно. Вот так. Замечательно, ребята. Фу, ну потихонечку мы качаемся. Пигнай тут к 36 уровню докачаться, и будет вообще умничка. Будет реально умничка, потому что будет Эмбуар уже. Эмбуар, в принципе, уже сам всех сможет будет, ну, всех сможет решать сам уже. Поэтому будет круто. Юа, Шайникатрепи, не пропадай, Шайникатрепи, я иду за тобой, не пропадай. Опа, я хочу Шайникатрепи будет. Вот, фу, быстренько квикболом, вот так. Ребята, мы уже словили Сквиртла в этой серии, мы уже словили Шайни Катерпи. Ну, в смысле, я надеюсь, что мы ее сейчас словим. Не, а не, словили. Зашибись, ребята. Так, 46-й, вот, Старавию еще немного прокачаем. Старавию нам нужно качать. Кого я вызвал, а? Я, точнее, не на того напал. Ребята, Старавию нам нужно реально очень сильно качать, потому что как только у нас будет Стараптор, мы, в принципе, уже сможем летать. Сейчас мы еще не можем летать, потому что Старавия тупо нас не выдержит, потому что мы слишком тяжелые. Когда будет Стараптор, ребята, уже будет очень круто. Так, может, пойдем домой? Ребята, давайте быстренько пойдем домой, поспим. Мне кажется, Старавия уже устала нам всегда день включать. Пойдем поспим. Покебольчики у нас более-менее так покебольчиков есть. Сейчас распределим вот этот весь хлам, который у нас есть в инвентаре, потому что просто уже места не хватает, чтобы что-то дропать и поднимать. Всегда выпадает с инвентаря. Поэтому сейчас мы быстренько, ребята, все распределим. Отдохнем немного и пойдем дальше на качу. У нас, ребята, уже 165 убийств в арбе. Да, и это круто. Так, это сюда можно. У нас офигеть, как много хлама. Офигеть. Тут что? Лимонады всякие. Тут, где у нас шапочки? Шапочки у нас тут. Шапочка. Шапочка, лимонад. Вот лимонад я не знаю, куда выставлять. Шапочка. А где у нас, кстати, лимонад, реально?
Да. Давайте будет вот тут. Да, давайте будет вот тут, вот тут. И, в принципе, все, да, больше у нас ничего нету. Только хлам. Хлам и еда. Еду мы выставляем вот сюда. Еда у нас вот тут должна быть. Хлам у нас должен быть вот, вот тут. Да, вот так. И вот так, да. Сюда, сюда. Нет, не-не-не-не-не, редстоун, редстоун у нас тут должен быть. А это вот сюда. Все, все. Ну что, ребят, ну что, давайте мы еще прокачаем нашего пигнайта немного. И можно это выкинем, это. Прокачаем нашего пигнайта, и, ребята, будет круто. Будет очень круто, да. Давайте еще 4 уровня, и мы уходим с этого острова. И еще... Офигеть. Офигеть. Еще один сквиртл. Круто. Почему ты на стаю нападаешь? А почему ты на мелких покемонов нападаешь? Ну вот напади ты на пигнайта. Ну да, не самый лучший пример, потому что пигнайт тоже такой слабенький у нас, да. Не очень крутой покемон. А, да, он еще и умер. Большие надежды я на тебя возлагал, но пигнайт что-то не... Да уйди ты нахрен с моих глаз, а! Нападают они на меня, а. Так, кто у нас тут есть еще? Вот, вот, вот. Пигнайтушка, убей ты хотя бы вот этого, а. Убей ты хотя бы кого-то в этой серии, нафиг. Тебе еще 4 уровня осталось, а ты нас подводишь просто. Во, почти, почти уровень дала за этого покемона. Нормально. Так, кто у нас тут еще есть? Дайте нам боссиков, пожалуйста. 46-й, во, сойдет. Мы его, конечно, не будем убивать пигнайтом, потому что он тупо не вывезет. Зато убьем серперером. Смотрите, почти с одного удара. Почти с одного удара, ребята, просто замечательно. Так, кто тут у нас есть еще? Кто? Вылезайте. О, Виппинбелл. Давай, давай, пигнайт. Специально для тебя, жертва. Реально жертва, потому что, да. Ну, с двух атак, двух ударов тоже нормально. Альбатросик, папиросик, убей-ка ты пиджота. Вот, давай, еще разочек, замечательно. Альбатрос, давай. Тебя, Серпериор, давай, зарешай. Серпериору сейчас тоже плюс один уровень будет. Тоже нормально. Тоже сойдет. Вот, в принципе, Серпери, ребята, в этой серии мы уже прям супер как прокачали. Просто круто, как мы его прокачали, и это меня уже радует. 42-й Персериор. Новый какой-то покемон, да, изобрел нового покемона. И 33-й Пигнайт. Зашибись! Да! Да, да, да. Кто тут пока... О, о, Виппинбеллы. Ну, нужно искать... Да, почему ты на 13-го нападаешь, а? Слабо на вот этого напасть, а? Давай. 34-й, давайте, пожалуйста, господа, хлопаем, хлопаем 34-му уровню. И нет, 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 не убегай, а просто его ударь. Вот, замечательно. Так, дальше, дальше, кто у нас тут есть? Жертвы, очередные жертвы, жертвы. Да почему ты на Старавию тогда нападаешь? Ё-моё, нафиг, а? Давай, Серперио, покажи ему, как нужно, на кого нужно нападать, а? Там альбатрос на острове, ребят. Вот там альбатрос летает. Альбатрос. Давай. Вот. На страве он нападает. Отсыкунишка-то. Отсыкунишка-то. Так, 42-й. Замечательно. Серпериор, давай. 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 Опа. Замечательно. И киндер. Давай. Опа! Попал, попал. 40-й уровень киллера. Сейчас немного прокачать нашего пигнайта. Пигнайт еще 2 уровня, и мы, ребята, топаем с этого острова. Потом мы прокачаем быстренько Старавию. И, в принципе, будет круто. Да. 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 И знаете что, ребята, в следующей... Да ёб твою нафиг. В следующей серии, ребята, мы пойдем на базу команды R и пройдем дальше по их базе, потому что, кто помнит, где-то 2 серии назад, или одну серию назад, или у меня склероз, я не помню, мы, короче, победили очередного помощника Джесси и Джеймса, то есть лидеров команды R, да? И сейчас, сейчас, да, не знаю, что это за язык, но сейчас у нас есть пропуск в следующую комнату. Да, альбатрос попад... у нас есть пропуск... Я попал, ни хрена себе, пеликан, альбатрос! У нас есть пропуск в следующую комнату, ребята. Мы сможем туда пойти, может, опять найдем какого-то тренера, может, там уже будет проход на второй этаж, может, там будут какие-то сокровища, призы. И мы, ребята, в принципе, узнаем, что будет дальше на базе команды R. Мне, если честно, тоже не терпится узнать, но это мы узнаем только в следующей серии. Поэтому, ребята, ждите, ставьте лайки, если вы хотите, чтобы новая серия вышла как можно быстрее. Вы знаете, чем больше лайков наберем, тем быстрее будет новая серия, хоть даже завтра. Поэтому, ребята, думайте, гадайте, ставьте лайки, если хотите видеть новую серию как можно быстрее, да. А сейчас у нас уже будет пигнайт, наконец-то. Давай, 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 последняя атака, последняя атака. Нет,
Я думал, будет уже пигдайт наконец-то. Оказывается, нет. А сейчас мы пойдем старавию качать, да. А, в пустыню, наверное. Наверное, в пустыню пойдем. Пигдайт. Не беси меня. Не беси меня. Давай. Давай. Давай, Серпериор. Разочек. Хрена к нему. Один, ну ладно, два разочка. Ладно, ладно, ладно. Еще разочек. Да чё ты там не качаешься, а? А, значит, с этого тоже у покемона еще не будет. Уровень будет... Давай, давай, давай. Один. А, нет. Я уже надеялся, это оказывается. Уровень Серперио пошел. Нифига себе, как мы Серпера прокачали в этой серии. Это прям, ребята... уважение, да, заслуживает уважения. Наш Серперио, за то, что он тащит. Так, иди-ка ты сюда. Иди. Опа. Сноубро. Да, убежал. Не на ту кнопку. Ты издеваешься, да? Когда я хочу сам убежать, я нажимаю на кнопку, он не убегает. Нужно 30 раз нажать, чтобы он наконец-то убежал. Сейчас раз случайно нажал и убежал. Вот! Вот! Я ж вспотел, ребята. Вы не вспотели? Я, ребята, вспотел, прям сейчас наспотел. Пока качал этого пигдайта, но сейчас эмбар уже будет, эмбарушка. Сейчас еще стараю прокачаем, и будет прям чудо. Давай, пожалуйста, эмбар. Вот, смотри на нашего красавца. Ах, какой вылупился. Сейчас, ребята, пойдем в пустыню и будем прокачивать старави. Старавия, ну, по идее, ты тут должна хотя бы немного тащить. Потому что летающий покемон против земляных имеет какое-то преимущество. Поэтому, мне кажется, она должна хотя бы немного кого-то убивать. Пожалуйста. Ну, да, в принципе, нормальный такой урончик, если учитывая то, что старая 20... Зачем я это сказал? Зачем я это сказал? А, я еще не могу менять покемона. Зашибись. Я могу бежать? Я даже убежать не могу. Так, эмбар, надери ему задницу, вот. Офигеть просто! Иди сюда, я отомщу! Вот, тропи, 11 уровень, конечно, и 35-й, но Сайо, это только начало, сейчас я дойду больших уровней. Босс! Так, идем туда, ребята, идем туда. Так, не пропадай, стоять на месте, не пропадай. Ты еще там? Да, ты еще там. Легендарный босс. Давайте мастербол, ребята. В следующей серии мы уже спавним Запдоса. 43 уровень. Ни хрена себе. И реально, если сейчас выпадет мастербол, что, в принципе, маловероятно. Но если, допустим, то в следующей серии, ребята, мы спавним Запдоса. Но, как видите, не заспавним. Да, не заспавним. Эй, дайте нам мастербольчик. Ну, может, мастербол выпадет с Джесси Джеймса, то есть лидеров команды R, когда мы их убьем. Если, в принципе, мы их убьем, если у нас это, конечно, получится, да? Но будем надеяться, то, что с них выпадет мастербол. Вот, замечательно. А, так, Магмар, тебя тоже можно завалить, допустим, тем же... Нет, плохая идея валить огненного покемона травяным покемоном. А у нас есть водный вообще. У нас должен быть... Ребята, мы же хотели сделать Иви водной Иви, да? Но пока что мы еще не будем ее делать, потому что у нас попросту нету камней, да? Нужно искать камни. А, кстати, ребята, идея нормальная идея, слушайте. Нужно искать камни. Вы не против, ребята? Реально, нужно эти 9 камней, а мы тогда сможем скрафтить водный камень себе. И после этого, ребята, мы наконец-то сможем эволюционировать Иви в Вапориона, то есть, нормальными словами, водную Иви, да? И все, и будет круто. Только я пока что не вижу этих камушков, и мне кажется, они даже тут не будут. Нужно идти в водоем так покрупнее, какую-то большую реку, большое озеро, или в тот же океан. В океане вообще офигеть, как много вот этих камушков. Но их там сложно достать, потому что они на большой глубине. И пока я туда доберусь, я уже просто задохнусь. Поэтому нужно искать где-то вот тут. А тут, если честно, нифига просто не вижу. Просто нифига. Куда нам пойти, ребята? Нам нужно 9 камушков. Может, даже в этой серии мы уже сможем сделать Вапориона. Только. Куда нам можно пойти, ребята? Думайте. Думайте, куда нам можно пойти.
Вот может, вот, Завдос Саванна, тут где у нас легендарный покемон. Старавия, денёк, забахай быстренько, денёк, давай. О, спасибо. Так, ну тут, по идее, где-то должно быть. Я надеюсь. Очень надеюсь, опа. Так, если что, мы сможем тпхнуться. Только не сдыхай. Чё-то я нифига не вижу. Опа, вот, один вижу. Давай, быстренько. Давай. Ещё восемь. Чё такого, ребят? Ещё 8 штучек. Это всё быстро будет. Не переживайте. Но я реально в этой серии хочу уже сделать Вапуриона. Если получится. Как видите, тут тоже нифига нету нормального. Чё-то вообще тут нифига нету. Нигде ничего нифига нету. Так, значит, куда бы нам пойти, ребята? Чтобы водоем был нормальный, чтобы мы там не сдыхали. Вот давайте сюда, допустим. Минус 1951, 75 1079. Вот так. Ох, как шандарахнулись так красиво. Фух. Ну что, камушки. Пожалуйста, вылезайте, камушки. Нету никаких камушков. Чё так сложно-то, а? Чё так сложно? Мы нашли только одну штучку. Одну? Да, одну. Ещё восемь. А чё сложного-то? Нифига сложного нету. Я тут нифига не вижу, нету камушков, нету. Да, круто. Куда нам тогда идти? Ох ты так! Я только сейчас заметил Чикуриту. И она нас пропала прямо на глазах. Ты серьезно? Вот ты сейчас серьезно, да? Вот она тут стояла, как только я заметил, как только я к ней отправился, она пропала. Ты прям охренела, честное слово. Ладно. Мы найдем 8 камушков, если в этой серии не получится, в принципе, уже, наверное, не получится. Мы найдем следующий, ребята. Следующую серию мы посвятим именно нашей Иви. То есть Иви у нас в следующей серии, я вам обещаю просто, ну, надеюсь, что мы сможем еще найти 8 камушков, у нас станет Вапурионом. Да. Станет. И вот тогда мы начинаем ее прокачивать, в принципе, когда у нас уже наконец-то будет какой-то водный покемон, который может иметь дело с травяными покемонами. С огненными покемонами. Какими травяными, а? Так, тут у нас ничего нет? Нет, ничего. Тут у нас что-то будет, пожалуйста. Тут же иди в жопу. Дайте нам камушки водные. Камушки. Выходите. Я вас не буду. Нет, я вас собирать не буду. Я просто на вас полюбуюсь. Какие вы красивые камушки. Ничего не вижу. Никаких камушков не вижу. Ну, вот тут, в таких водоемах, вот, где много воды, где большая глубина, их тут, по идее, должна быть туч туманная какая-то, но я нифига не вижу. Их просто тут нету. Куда они делись? Куда они испарились? Фиг просышь, но зато я вижу лаки-блок. Тоже сойдет, да. Там у нас ничего нету? Нет, мне показалось. Показалось, что там что-то есть. Нет, все же еще раз показалось. Или все же есть там что-то. Нет, нифига нету. Да. Значит, нам еще повезло то, что мы нашли вот этот один камушек. Нам еще таких 8 штук нужно. Расубись. И что? Собачки! Какие собачки, а? Нафига нам сейчас псы? Я расстроен. Я расстроен, какие псы. Вернись. Оп, вот так. Не знаю, какие псы, но в принципе, ребята, мне кажется, то, что на этом уже можно заканчивать, как вы думаете, а? Мне кажется, можно, поэтому, ребята, пока. Нет, все же, ребята, как я сказал, набираем. Давайте рекорд попробуем сделать. 15 тысяч лайков на вот этой серии. Я не надеюсь, что мы сможем набрать, но, ребята, если да, то вы будете прям офигеть какими крутыми, потому что вы, в принципе, уже ставите лайки на все мои видео, и за это, ребята, вам говорю большое спасибо. Ну, давайте хотя бы попробую набирать 15 тысяч лайков. Если все же мы сможем это сделать, то я обещаю то, что следующая серия Пиксельмона будет длиться ровно час. Не как сейчас 40 минут, хоть, в принципе, это уже офигеть как долго, а будет длиться, ребята, час. Если вы этого хотите, пилите большой палец вверх. Если не сможем брать, то все же, ребята, наберем хотя бы 7000 лайков. Я сразу же выпускаю новую серию Пиксельмона. Вот тут мы остановимся, в следующей серии тут продолжим. Может, будут тут какие-то камушки. Ребята, подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг.
Да, ребята, делитесь этим видео со своими друзьями, пишите комментарии и добавляйте меня в друзья ВКонтакте, пишите сообщения, я буду рад, ребята, с вами пообщаться. Да, и еще раз, ребята, большое спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока.